сожги, и допросу конец. Нет, не сожгу, отвечал комсомолец, пусть лучше сердце сожжет мне свинец. Кириллу Копотеву 7 лет. Он самый младший участник. Несмотря на юный возраст, школьник сумел проникновенно прочитать стих «Комсомольский билет», никого не оставив равнодушным. Члены жюри единогласно присудили ему первое место. Мама мне сказала участвовать, я и захотела участвовать. И бабуля мне такое выбрала. У меня эмоции сильно вызвала. Участвуют школьники от 7 до 15 лет. В конкурсной комиссии местные писатели и поэты. По словам организаторов, количество участников и уровень их подготовки в этом году значительно выросли. Ребята первой возрастной группы с 7 до 9 лет, у них большие стихи, и они очень проникновенно их прочитали. Это память, которую мы должны, старшее поколение, передавать младшему. И младшее поколение – будут у них дети, они им должны, чтобы на самом деле эта трагедия никогда не повторилась. Победители определили в двух возрастных группах. Все они получили грамоты и памятные призы. Для жителей Субсехского сельского округа конкурс стал первым в череде мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. 1 мая они придут к памятнику Дмитрию Калинину на митинг, посвященный 75-летию высадки десанта. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.